Французская столица отметила 77-ю годовщину своего освобождения, отдав дань памяти генералу Леклерку и 2-й бронетанковой дивизии, которые первыми вошли в Париж. После нескольких часов ожесточенных боев силами нацистской Германии, ее бойцы, среди которых были испанские республиканцы, 24 августа 1944 года пересекли порт Дорлеан, одни из главных парижских ворот. «Я и оружие-то в руках до этого не держал. И вот мне дали оружие и сказали подняться на крышу. Конечно, я был там не один. И нам надо было гнать их оттуда, заставить выйти. Знаете ли, когда вы находитесь в центре событий, вы не осознаете, знаете, что творите историю. Не забывайте, что война – это кровавый хаос, в котором вам назначена конкретная цель. И чтобы ее достичь, вы должны сами выкручиваться. Это просто мясорубка. Но война – это и человеческая солидарность. Если кто-то упадет, мы его поднимем, мы его не оставим». 25 августа 1944 года освободители встречали толпы ликующих парижан, а генерал де Голль, тогдашний глава Временного правительства Французской республики, произнес свою знаменитую речь из городской ратуши. «Париж, поруганный, израненный, многострадальный, но свободный Париж, Франция возвращается в свой родной дом».